разберемся четко, как отрицать. Not, не. Это частичка отрицательная. Not можно поставить перед прилагательным. Big, какой. Scared, какой. Большой, напуганный. Happy, счастливый. Tired, усталый. Какой? Перед таким словом not ставим. Перед словом существительным. Тогда a к ним, если это одна штучка. A dog, собака. Not a dog, не собака. Звякнем, если много их. Dogs, not dogs. И не будем ни экать, ни звякать, если это jam. Не одна штучка и немного, немножественное число. Not jam. А впереди говорим, например, I'm, или you are, или we are, или they are, или it is, или he is, she is. Что это такое? Это спряжение глагола быть. I'm not big, например. She is not happy. They are not tired. It is not a dog. They are not dogs. It is not jam. Но если перед глаголом надо поставить отрицание, остановить какое-то действие, play, играть, например, то тогда not вместе с do. Don't play, please. Не играй. Или not вместе с does, когда говорим о нем, об одном. He doesn't play. А еще not прячется в слове never. Только n там есть от not. Never – это никогда не. I never fly. Я никогда не летаю. I'm never thirsty. Я никогда не thirsty. Это когда пить. Хочешь по-английски thirsty? Такой пересохший весь. Сначала спряжение глагола быть, да? I'm. Потом уже never, а потом уже дальше. Thirsty прилагательное.